Всем добрых времени и суток, с вами Саня Электрик, рад приветствовать на моем канале. Что ж, давайте продолжим. В прошлой серии мы, как вы помните, или как я помню, нас дядя Марио учил драться. Ну, сейчас мы идем извиняться, так сказать. О! Дядя! А где же все? Уехали в Сан-Джиминьяно, чтобы убить змею в Ере. Я поеду за ними. Все, что тебе нужно, в конюшне. Спасибо. Что ж, побежали. Да я знаю, что я этого научился. Мне мужик потом. У меня сейчас свои проблемы. Да... Куда ты... лезешь? Ух. Не видел такого странного человека. Вот-вот, я тоже. Так, я иду. Видимо, не туда. Придется лазить по крышам. По крышам дома твоего. Ах ты ж гадина, это извиняюсь за такое слово. Но потому что не лазь, куда нужно. Ты идиот, не посмотрел на карту, думал сразу только вперед. Что тут такого? Или нам нужно туда вот идти? Ну, показываю сюда, ну как туда добраться? Ладно, давайте выйдем. О, сундучок. Не знаю, почему туда показывает, не могу понять почему. Давайте еще раз пройдемся. Может где-то... А, может внутри? Где-то. Ну, давайте посмотрим, может где-то внутри. Не могу понять, почему так показывает. Вот где-то с... А, точно сюда. Вроде бы больше ничего. Так, тогда я не могу понять ничего. Тьфу ты, вот и дурак, наверх. Наверх. Фу, я дурак. Нам вот туда. Фу, я дурак. Извиняюсь. Эцио, посмотри на нее. Я не могу ее разговорить. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччо. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Не волнуйся. Ей станет лучше. Я уверен. Вот все, мы отправляться. Ты как дурак, блин. Иду, не могу понять. Я вспомнил, блин, надо ж еще там к Марии зайти и к маме. Да, хороший у меня обход, да? Глупый у меня обход дома. Давайте такого пойдем по крышам. И...
Так, теперь пошли. Жизнь трошки сняла, но ну ничего. С кем не бывало, Эцио. Терпи, мужик, терпи. Так, нам нужен выход. Так, ты будешь моей лошадью, все. Как в первой части. Значит, нам сразу сюда. Ура! Поехали на коне. И в реале на коне ехал. Да. Честно скажу, как-то неудобно. Было без этого, без седла. Я же без седла ехал. А ты отсюда с седлом? Ну, да. Хотя не, я и седлом расъехал, но все равно как-то неудобно, непривычно. Ой, сидите на... Черт, что я нажал? Бля. О. Господи. Давайте быстрее, чтобы не было никаких. Эцио, что ты здесь делаешь? Учусь ответственности. Вьери досаждает тебе из-за меня. Вьери досаждает нам, потому что он тамплиер, а мы ассасины. Пусть так, но я хочу помочь. Вабене, тогда слушай. Сначала нам нужно попасть в город, но, похоже, Вьери нас поджидает. Он запер ворота и поставил к ним своих людей. К счастью для нас, людей у него не так много, и южные ворота плохо охраняются. Туда и нанесем удар. Пронти? Пронти, пронти. Магити Марио, Супер Марио. Марио, Супер Марио. Где же твоя Марио? Если что, у нас три. Вот как будет два клинка, это будет заебись, четко. Что-то ты, Марио, старый еще, неопытный. Послушай, Эцио, вот что мы сделаем. Я со своими людьми отвлеку стражу. Как только мы начнем сражаться, переберись через стену и придумай, как открыть ворота. Возьми эти метательные ножи. Используй их против лучников. Я готов, начнем. Тогда начнем. Да, давай, начнем. А мужик не может убежать, вот это ржач. Атака! Ага. Помц. Господи, помилуй меня! Что ты тут делаешь? Слезай! Господи, что там остался? Что тут мужик остался? Эй! Привет, мужик! Проваливай! А где рычаг? А вот ты где. Все. Идемте. Хорошо, Эцио, мы внутри. Сюда, парни. Отвлеки этих стражников и не дай им поднять тревогу.
Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот Вьери. Вабене. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда разберешься с ними, возвращайся ко мне. Окей. Что задумал Вьери? Куда? Никто не знает. Но что-то его напугало. Иначе как объяснить все эти патрули? Мы стой здесь. А он использует нас, будто сиделок. С чего бы вдруг? Наверняка снова что-то сболтнул и разозлил тех, кого злить нельзя. Оплатить за это приходится нам. Ладно, иди. Началась война. Вот так. Давай, защищайся. Давай, бей его. Пошел. Ох ты. Вот так вот. Так. Где-то тут что-то есть. Ага. Уменьшим нашу известность на всякий пожарный. Но мало ли кто знает. Ладно, на всякий случай подлечимся. У меня высокие цены, но товары ребят. Того стоят. Я не торгую. Идем. Давай, давай. Я куплю нашему большому амико бутыль вина, если когда-нибудь его повстречаю. Что за... Эцио, на твоего дядю напали, ему нужна помощь. Иди к нему. Идем. Племянник, вот и ты. Похоже, что возникло неожиданное осложнение. Люди Вьери напали на нас из засады. Теперь нам придется разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел дальше и нашел Вьери. Найди эту змею. Покарай его. Окей. В городе опасный убийца! Он сеет смерть и страх! Внимание! Приказом Совета Флоренции цена на зерно устанавливается в 13... Так мы уменьшили нашу... О! Эй, как же так, миссери? Я трудился в поте лица, чтобы попасть сюда, а вы лишаете меня заработка! Ох ты, господи, распрогосподи. Там что-то есть. Давайте посмотрим. Вот он. Кот. Прошлое. Длинная цепь случайных событий. Случайных ли? Ого.
поэтому оно будет здесь так. Конечно же, вот так. Вот так, но... Всё. Все же вроде бы нормально было, но не подошло. Не, ну не подошло, то не подошло. Что поделаешь? О, этот ящик. Ой, это хорошо. Так, нам нужно убить ее, ребят, пацы. Лучше в одиночку, но потихоньку. Вот что я вам скажу. Так, месяц светит. И солнце светит над головой. Солнце светит нам с тобой. Итак, слушайте, Вьери, ты остаешься здесь и командуешь мерчинари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придет пора удара. Якопо, твоя задача успокоить горожан, когда все закончится. А этот убракон и Марио? Он продолжает вот досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности. Как и от его брата-ублюдка. Отец позволит отправить его к братцу? Когда закончим, у нас еще будет время, чтобы разобраться с этим Рефьюти. Так, еще вопросы есть? Я тебе обучу. Небен. Да направит тебя отец понимания. Да направит тебя отец понимания. Секта, блин. Команданте! Команданте! Что? Марио Аудитори пробрался в город! Он ищет вас! Так не заставим его ждать. Ух ты! Гадина. Сейчас я вернусь. Да блин, Эцио! Так вот. Что вы задумали? Вы и ваши прихвостни. Мой отец об этом узнал. За это вы его убили. Прости, но ты и правда ждешь моей исповеди. Эцо де мерде!
кусок дерьма, чтобы ты еще помучился! По делам тебе досталось! Да чтоб тебя! Довольно, Эцио! Прояви уважение! Уважение? После всего, что было? Ты думаешь, он бы проявил снисхождение к нам? Ты не Вьери. Не будь ему подобным. Пусть смерть поможет тебе обрести покой. Покойся с миром. Возьми это. Прочти, когда будет время. Дело сделано. Пора, возвращаемся на виллу. Нет, ведь мы с наказанием... Отвратимость наказания. Получено поезд для ножей. Получена страница кодекса. Получено письмо для Франческо Пацци. Вы научились метать ножи. Ну. Пошла очередная загрузочка. Хрупкие объекты. Просите врага хрупкий объект и его завалить обломками. Лечить. Тебе уже стало? Так, что там нам Коваленко предлагает? Будет держаться, не сомневайся. Успехи. Оружие. Вот это мне нравится. Если понадоблюсь, приходи. Думаю, нас будет больше всего. Так, нам туда, да? Вот он! Наш компьёне Эцио! Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вьери мёртв. И теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари. Си паса тутто иль джорно а бере. Путане. А что, правда? Эцио, давай пройдемся. Да, дядя. Посмотрите виллу и найдите спрятанную страницу кодекса. Окей. Пацы работают на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель Ордена Темплиеров. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных темплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацци разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. Ну что ж, продолжим следующую часть. С вами был Саня Электрик. Подписывайтесь, если хотите, комментируйте, если хотите, ставьте лайки, если хотите. С вами был Саня Электрик. Спасибо, что смотрели. Всем пока. До следующей части.